Дисклеймер. Привет, я Третий. Сегодня мы с тобой продолжим проходить Лунтик Икс Проклятый Омлет. Так, у нас что? Альтернативная вселенная, и надо супер главного босса пройти. Давай так, жив-жив-жив. Я всех их прошел. Вот здесь непонятно, почему вот здесь пусто. Что за прикол? Так, подожди. А учитывая, что я все уже выбрал, что все выжили, и что после этого надо? Ага, все. Спустя столько времени. И этот я диалог нельзя пропустить, точно. КХМ, к чему это я? А к тому, что... Здрасте, Дауны. Наконец-то мы вас всех нашли. Причем в одном месте. Пипец, Лазуны, мы вас наизи сейчас завалим. Наконец-то я тебя нашла, Кузяндри, готовься умереть. Ведь я супер-пупер могущественная. Баба Капа, ты где была все эти 20 дней? Потом поговорим. Сначала мне нужен он. А зачем он тебе? Мне он нужен, чтобы ваша вселенная к херам не взорвалась. Ну а раз уж вы мне его не отдаете, то я его заберу силой. Ага, так и поверили. Мы тебя остановим. И ты не убьешь меня. Гайси, вставайте и помогите мне сразить ее. Лезь гау. А мы с Лунтиком вступим в вашу тьму и будем вместе дубасить бабу Капу. Теперь точно лезь гау. Ах так. Ну вы доигрались. Я вас сейчас тепну в жопу мира. Лезь гау, блиад. Проблема в том, что это каждый раз придется слушать после каждого проигрыша. С первого раза мы точно не пройдем. Это самый безумный уровень. Фиг его знает, как проходить. Так, бомба какая-то, сюрикен. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай. Шесть. Все в сборе, произвести всех. Бро, одна помощь одновременно. Да-да-да. Все, они дерутся вроде как, да? Да, ну все, они кончились. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну слушай, мы уже ей неплохо снесли. Я думал, это я не успею за один раз пройти все, но я успел. Так, отлично. Сейчас надо будет опять всех позвать одновременно. Для одновременно. Хотя, что я время тратить буду, правильно? Давай, да, да, да. Давай, и. Где эти гусеницы на 6, отлично. Неудобно так-то стрелять одновременно и гусеницей, и остальными. Ах ты, падла, попал, да? Какой fuck you, я так понимаю, он говорит в момент, когда я хочу выбрать персонажа, но он еще не восстановился. Давай следующих вас. Ах ты, пиявка, ну вонючая пиявка. Как я ее ненавижу. Она просто не отстает и высасывает тебя. Давайте, вовсе не пусть они вообще какие-то. Абсолютно беспокойные. А куда вы мне? Хорошо, пчеленок восстанавливает здоровье, спасибо и на том. Так, троечка, единичка, хорошо. Отлично, мило, красава, дает мне аптечку. Шар, шер еще загрузился, отлично. Ой-ой-ой, штыки, это мне не нравится. Так, ну кто там восстановился? Пока еще никто. Давайте быстрее. Ага, еще нет. Есть, отлично. Милу с пчеленком в целом одновременно нет смысла ставить, потому что они оба дают здоровье, это глупо. Вот остальных можно. Так, отлично. Да-да-да, вот больше всего от Соника пользы. Остальные вообще говно. Ну зашибись. Ну что я сейчас должен делать? Ой-ой-ой-ой. А так нечестно. А что я сейчас сделаю? Опа, мне нужна аптечка. Аптечка мне дают только два персонажа. Да, пчеленок, отлично. Спасибо.
Учитывая, что урон мне наносит минус 9, а пчеленок дает плюс 1, это прям идеальное сочетание, конечно. Давай. Мочите ее, совсем чуть-чуть осталось. Давай, быстрее, родная. Мила, давай. Давай, закидывай мне аптечкой. Отлично, спасибо. Плохо, что я сам не могу ничего делать, понимаешь? Это так по-ублюдски просто. А что я с этим должен делать? Сука, почти выехал. Ну что ж, Кузя, ты переоценил свои силы. F2, бля, F2 это полностью игру перезагружает. Почти выиграл. Плохо, что сам Кузя, он вообще чмошный, понимаешь? Он вообще ничего не может, он только двигается, и все, все могут атаковать, кроме него. Бесит, тварь. Выжил. Подожди. Альтернативная вселенная, блядь. Выжил, заново все представлять. Все, погнали, еще разок. Наконец-то. Это заново, слушайте, я не хочу. Короче, для тебя я буду вырезать этот диалог, потому что бесит. Ну куда ты? Че, снова звук какой-то был? Вот смотри, я пробую. Лево, право, стрелки, нет, Enter. Может мышкой? Нет, вообще ничего, он бесполезный абсолютно. Ах ты, какого хрена вупсень-пупсень теневые версии? Давайте, кидайте быстрее. Ой-ой-ой, все, да? Челенок. Отлично, он мне тоже по чуть-чуть будет восстанавливать. Да-да-дай. Давайте. У меня уже заканчивается. Ай-яй-яй, здоровье заканчивается. Я не знаю, что делать. Ну. А до Милы еще долго. Давай. Мила. Отлично. А, это чем быстрее стрелки я нажимаю, тем быстрее они атакуют, что ли? Ничего не понял. Вроде как нет, но вроде как да. Да блин, заколебали с ножами этими. Сука, еще бомбой так четко по мне попадает. Подожди, они атакуют, что ли, с той же силой, как я прокачал персонажа, что ли? Надеюсь, нет. Да, заколебешь. Давай, быстро пробегаем. Давай. Так. Отлично. У бабы Шер уже половину точно снесли. Давай. Уже почти все. Подожди. Будем надеяться, что нас просто не заденет ничего. Сволочь. Задел еще как. Давай. Быстрее кидай аптечки. Больше. Так, следующее. Ух, нихера себе лазер, ты чё, гонишь? Да твою мать, как я такое прыгнул прям на колье. Чё тут за туман еще? Да. Ой. А чё так жестко стало? В прошлый раз она была помягче как-то. Давай, аптечек, закидывай мне. Мила, быстрее, ёб твою мать. Ёб твою мышь, а. Нет. Давай. Да. Всё, ничего пока не доступно из помощи. Но у нее совсем чуть-чуть осталось. Блин. Нет, быстрее, пчелёнок, спасай меня. Мне совсем чуть-чуть осталось, подожди. Ну что ж, Кузя, ты переоценил свои силы. Аномалия наконец-то устранена. Теперь я наконец-то... Ай-яй, опять перезапускать это все. Опять продолжаем проходить ее. Я хочу сразу попробовать... Наверх запрыгнуть, что будет? А, нихрена себе, мне просто стероидом долбанули. На минус 30, нихрена себе.
Да вы заколебете. О, а чё у меня постоянно разные атаки? Мне это не нравится. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Шесть, чё там гусеницы? Там я не могу одновременно везде смотреть, заколебали. Сука, какая тварь. Дедошер и гусеницы, они почему такие вообще ни о чем? Абсолютно херовые персонажи. Ничего мне никак тут не помогают. О, зашибись. Зашибись. Световые члены мне еще тут не хватало. Давай, давай, быстрее, быстрее. Ну, дядя Шер хер нам поможет, это мы уже выяснили. Вообще ни о чем. Давай так. Да-да, вовсе не пупсин, еще одна бесполезная. О, наконец-то вовсе не пупсин начали попадать по ней. То есть мне еще в определенной позиции нужно определенных персонажей брать, правильно? Чтобы от них польза была. Опа, она стала тут на земле. С каких пор? Давай, пока она тут. Мила, твою мать, ты можешь не мимо кидать, а? Оп, гранаты она уже кидает, это уже нехорошо. У меня осталось совсем чуть-чуть, но это и в прошлый раз так было, совсем чуть-чуть. В итоге она херачила меня только так. Зашибись, опять метеориты ваши вонючие. Давай-давай. Мила, быстрее, твою мать. Меня сейчас гусеница сожрет. Фу, пиявка. От нее я хер куда убегу. Да, зашибись. Пчеленок, спасай, спасай, спасай. Давай по одному хотя бы здоровью, но добавляй. А, с пчеленками я могу бесконечно вот так вот прыгать. А, все, допрыгался. Мила, 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 моя хорошая, давай сюда быстрее. Отлично, давай, 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 аптечки, ну что ты тупишь? Куда ты нахер их кидаешь, а? Давай, давай. О, гусеницы, где вы? Мне гусеницы нужны, чтобы они отстреливали этих жучков от меня. Сука, чуть-чуть. Ну что, опять. Ты перед... Наконец-то. Так, давай заново. Так, аккуратно с этими метеоритами вонючими. Так, ждем, пока никого нет. Никого, никого, никого. Есть, отлично. Так, давай. Давай, 4, 5, 6. Отлично, всех сразу. О, ей, смотри, уже сколько снесло. А, я понял, короче, лунтик, он бздит, и таким образом он создает силовое поле. Понял? Ах ты, тварь, а. Быстрее, быстрее, давай, давай. Блядь. И своим, короче, силовым полем он защищает меня. Ну, остальные, я думаю, ты видишь, что они делают. Думаю, мне не стоит использовать все защиты одновременно. Типа все аптечки. Две аптечки одновременно с этим. С щитом. Да, тут главное грамотно все расположить, конечно. Но нахер мне грамотность, правильно. Так, мне нужен пчеленок, чтобы избавиться от пиявки, видишь? От нее только в одну сторону можно убегать, тварь. Ну вот. Ой-о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 й
Давайте добивайте его.
Давай. Да что ж такое, она заколебала летать, из-за этого гусеницы не могут попасть в нее. Вот так вот, нормально пускай будет. Давай, мило. Отлично, лунтик. Шер. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Давай. Блин, опять, у меня вроде как чуть-чуть остается, но она потом какой-то один супер хороший удар делает, что все, после этого я просто умираю. Не знаю, она почти весь урон, ну, почти все здоровье с одного удара она убирает. Твой челенок. Давай, лунтик, где ты там? Быстрее. Спасай меня. Быстрее, спасайте. Отлично. Вот сейчас идеальный момент. Где там Шер и остальные конченые? Сейчас идеальный момент меня спасти. Они, блядь, какой-то херней занимаются. Опа. Нет. Сейчас надо, главное, приземляться, не на штыки эти. Давай. Отлично, спасай меня, членок. Быстрее. Лунтик, давай. Отлично, спасибо. Но это силовое поле что-то не особо-то работает. Давай сюда, прям по мне. Отлично, аптечки, нет. Какое В? Убери ты его нахер с экрана, я ж не вижу ничего. Давай. Лидшер, челенок, давай быстрее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Ой. Лунтик, спасай. Фух, чуть на коль я не упал. А в чем смысл от тебя, Лунтик, если ты конченый? Ну что ж, Кузя. Там вообще ноль осталось. И опять мы это все прослушали. Я это все прослушал. Тебе я это все удалю, чтоб ты поберег свои нервы. Так, ну давай. Зашибись, и этот антипчеленок не дает просто прыгать многократно. Так, понятно, мне сюрикены тут летят. Да. Хорошо, держимся. Вонючих вупсиниц. Пупсини тоже поставим. Да, заколебешь. Ну вот же, прям перед тобой, что ты не можешь его ничего сделать. Это как мне от муравья, например, избавиться? Ну, сука, он постоянно будет за мной летать. Нужен ебаный. Так, опять они наступают, зашибись. О, еще и красный дым, зашибись. Нет, какой метеорит, пошли нахер. Да что ж такое-то, а? Так. Пупсини, вообще что-то решили не трогать этих. Да вы заколебете. Муравейчиков. Давай, чуть-чуть осталось. Да бей ты ее уже. Хорошо, дядь Шер, давай. Выиграем, главные весы. Да заколебет. Вот как мне с пиявкой там бороться? Единственный вариант это, пускай она мне урон наносит, а мне, чтобы быстренько восстанавливали здоровье. Еще и 6 цифр надо на клавиатуре использовать одновременно, это вообще неудобно. Где я? Ага. О, еще гранаты пошли, зашибись. Да, здорово. Так, а теперь у меня вообще никого из помощников нет. Быстрее. Останавливайтесь. Сейчас как проиграю все. Так, быстрее.
Добивай ее, но она же совсем близко. Ну, давайте. Ой-ой-ой, Соник, давай. Гусеницы одновременно. Так, хорошо, у нее опять совсем чуть-чуть осталось, но она меня всегда добивает, когда чуть-чуть. О, 276 здоровья, совсем капельку. Ах вы твари, как вы меня смогли победить? А вы вообще понимаете, что присутствие Кузи здесь разрушает все существующие вселенные? Баба Каапа, а можно это как-то по-другому решить? Может, ты уберешь Соника и Гзи и вылечишь Лунтика Икс, а наши воспоминания откатишь на неделю назад, когда ничего этого не было? А что? Идея Кузя. Соника Гзи Пердентус. Бля. Куда меня эти пидорасы отправили? Я же так хорошо рисую с Лунтиком. О, черт. Лунтик как раз только вышло. Что? Что произошло? Почему я снова добрый? Я хотел вас всех убить. Ну ладно. Теперь я добрейший вечерочек. Привет, Лунтик. Сейчас я тебе и твоим дружкам сотру память. Радуйся, Эйден Сибро. Время от Матейшн. Все? Ребята, а почему я вдруг очутился на этой поляне? Я же только что был у себя дома. Ну ладно, давайте в футбол. Давай. Хотя, Кузя, не ты один тут внезапно появился. Я тоже была дома, а потом резко появилась здесь. Странно это. А так я приглашаю вас всех на чаепитие. А после чаепития уже давайте в футбол. Согласны? Конечно, все согласны. Только я приглашу несколько своих друзей. Хорошо? Хорошо. Ну все, получается, игру полностью прошли. Да, смотри, остаться на второй год, пройти альтернативный путь. Это что, перейти в меня? Ну, пошли в меня. Подожди, сейчас посмотрим, будет что, не? Не, ничего не будет, понятно. А, понятно. Кстати, смотри, что я нашел. О, Эггман, смотри, что я нашел. Если нажать F3, по-моему, меняются картинки, видал? F3. Я прощаю тебя. F3. Ой, бабака потеря открыта, кстати. Это что такое? А, темный режим. Я в своем кабинете вернусь через 5 минут. Возможно, бабакапа. Но тут не так много вариантов, короче, через F3 чужать. Ага, ага. Ну все, в целом все варианты я пролистал. Так, а если продолжать, уже ничего нельзя продолжить, правильно? Я уже все уровни прошел. Ну естественно, который, кроме каких-то супер-мега-ультра-секретных, да-да-да. Да-да-да-да-да. Но вот это вот заморачиваться, перепроходить 1000 раз одно и то же, как, тоже как бы нет желания, правильно? Главное, что игру прошел, все. На этом все. Наконец-то, игру мы завершили. Все ссылки в описании, пиши любой камере, поставь лайк, чтобы видео продвинулось. Также подписывайся на канал, чтобы не упустить следующую серию. На этом все, скоро увидимся.